утром все те, кто встречает это утро на телеканале ТДК-42. Ну а с вами Олег Великий и Айгуль Туружбаева. Доброе утро, дорогие друзья. Просыпайтесь, желаем вам хорошего настроения. К тому же, если погода сегодня нам подарит такой теплый солнечный денек, то настроение, я думаю, будет еще лучше. К тому же сегодня есть еще один повод порадоваться. Это Международный день защиты детей. Это не только веселый праздник, но и возможность показать обществу, что необходимо защищать права детей. Да, на самом деле это так. Так что мы воспользуемся случаем и всей редакции. Поздравим всех детей с этим замечательным праздником. И пожелаем здоровья и счастья, чтобы все детские мечты и начинания сбывались. И, конечно же, всего самого-самого наилучшего. Ну, слушай, Айгуль, отличное поздравление. Я к ним присоединяюсь. Ну, а прямо сейчас вас ожидает разминка. Айгуль, ты как мама двоих дочек наверняка знаешь, что у родителей вечно возникает вопрос, как же заставить ребенка позавтракать утром. Да, на самом деле это вечный вопрос у родителей, потому что очень сложно заставить ребенка покушать по утрам. Ну, я могу тебе и нашим телезрителям посоветовать, допустим, если ты готовишь своим детям на завтрак яичницу, то подай ее как-то оригинально. Ну, например, сделай в виде какого-нибудь сказочного персонажа, и тогда дети точно все съедят. Угу. Обязательно воспользуюсь данными советами. Ну что ж, дорогие зрители, смотрим на экран. Здравствуйте, дорогие телезрители. И сегодня на завтрак мы будем готовить яичницу-глазунью. Ну, наверняка вы уже поняли, что просто яйца мы готовить не будем. Мы будем готовить яйца для детей, чтобы было
вкусно, красиво, и как бы, чтобы ваши дети обогатились белком. Так, для этого нам понадобится 2 яйца. Так, болгарский перец и огурец свежий. Ну и укроп. Яйца мы разбиваем специально в тару, не в сковороду, для того, чтобы осколков потом, ну, не кушали осколки вы. Поэтому бьем, смотрим. Чистые. Так. Немножко соли. Немножко перчика. Все, жарим. Сковорода должна быть нагрета, чтобы яйца у нас пожарились хорошо. Немного масла. Немножко. Так. Так. Ну, выкладываем нашу яичницу. Делаем это осторожно. Режем огурец тонко кругляшками. Выкладываем. Делаем как ушки. Делаем носик из болгарского перца. И улыбку. Немножко надрез делаем, чтобы улыбка. Делаем брови из укропа. Все, наша яичница готова. Приятного аппетита. Подготовка к детскому празднику – это отличный способ повеселиться вместе с ребенком. Да, на самом деле, и поэтому, дорогие телезрители, попробуйте повторить наши идеи, и праздничное настроение будет вам обеспечено. Наши дети растут очень быстро. Наверное, поэтому нам так хочется, чтобы каждый их праздник был продуман до мелочей и оказался незабываемым. Как создать необычный декор стола, который будет дополнением праздничной программы, смотрите в этом видео. Для начала выберите цветовую гамму, в которой будет оформлен праздник. Это может быть несколько тонов одного цвета, либо абсолютно разные цвета. Все зависит от вашей фантазии. Сделайте карточки для гостей. Для этого возьмите красивую плотную бумагу и расчертите ее так, чтобы получились квадраты размером примерно 10 на 10 сантиметров. Предложите ребенку помочь вам вырезать будущие карточки. Попросите малыша помочь вам вспомнить и подписать имена всех гостей, которые соберутся на празднике. Сделайте красивые шпажки для закусок. Для этого просто оберните один конец зубочистки или шпажки декоративным скотчем и обрежьте край так, чтобы получился флажок. Вы также можете сделать праздничный декор трубочек для напитков. Для этого просто скачайте заготовку, ссылка на которую находится в описании, и вырежьте ее. Разрежьте гофрированную бумагу так, чтобы получились прямоугольники. Сложите гармошкой и перевяжите посередине лентой. Такими бантиками можно обвязать столовые приборы. А когда придут гости, предложите им повязать бантики на шею, голову, либо на запястье. Психологи вот утверждают, а к чему предрасположен ребенок, можно заметить уже с детства. А ты как считаешь, Айгуль? Да, на самом деле я с тобой соглашусь, Олег. Достаточно просто приглядеться к своему ребенку. Каждый ребенок по-своему своеобразен, и развитие также происходит по-разному. Некоторый малыш любит петь с детства, становится на стульчик и поет во всеуслышании различные мелодии, хотя и не знает ни одной ноты, либо вытанцовывает каждый раз какое-то движение, подхватывая ритм. Или с детства любит на удивление родителей играть с уколами и различными медицинскими материалами, которые принадлежат медицинским работникам. Или невольно можно увидеть, как девочки собрались у своего
своего мини-салона красоты и делает друг друга прически. И здесь невольно должен задуматься родитель, неоднократно замечая, чем же его любимое чадо увлечено, и в дальнейшем уже развивать те или иные качества. И может быть, ваш ребенок благодаря вашему вниманию и воспитанию станет профессором или певцом. Эта профессия будет доставлять только удовольствие, потому что она выбрана с детства и с любовью. С наступлением лета, несомненно, каждый родитель задумывается, как же скрасить досуг своих детей. И вот поэтому многие думают, куда же можно сводить их, либо куда же можно сходить. Ну, слушай, я думаю, отличным вариантом будет зоопарк. Там очень много рептилий, диких животных и растений. В зоопарке областного эколого-биологического центра можно увидеть не только медведей и волков, кроликов, но и пуму, леопарда. Также представлено большое количество рептилий, птиц, а в особенности прекраснейшие павлины. Богат и разнообразен животный мир нашей планеты. Чтобы увидеть различных животных в естественной среде обитания, необходимо предпринять не одно путешествие, побывать в джунглях, в лесу и в пустыне, в глубинах рек и озер. Конечно, это доступно немногим. Но с животными далеких стран можно познакомиться, не выезжая за пределы города. Нужно только прийти в детский зоопарк областного эколого-биологического центра. В этом году мы приобрели маленькую обезьянку. Вот. Это макака резус. Еще у нас есть приплод у наших лошадок, у пони. Вот. И есть маленький поросенок карликовый, который все с удовольствием. Люди, маленькие посетители, радуются. Вот у нас сейчас запущены пруды, водоемы, в которых обитают красноухие черепашки. Вот мостик, и все с удовольствием за ним наблюдают. Пожалуйста, приходите посетить наш центр. В самом зоопарке растут яблони, груши, малины, большое разнообразие цветов, которыми невольно восхищаешься на красивых ландшафтах. Мне предложили прийти в зоопарк. Я не могла пропустить этот момент и согласилась. Я здесь узнала про новые животных, много-много про них узнала. Я рада, что я сюда пришла. Уважаемые телезрители, вы наверняка заметили, что сегодняшний выпуск программы «Доброе утро» посвящен детям. И это не случайно. Я напоминаю, что сегодня 1 июня, и в этот день отмечается Международный день защиты детей. И мы просто не могли обойти стороной этот праздник. И вот поэтому, дорогие телезрители, воспитанники ясли сада номер 5 Сауле поздравят всех детей с этим прекрасным праздником прямо сейчас. Дорогие детишки, я поздравляю вас с праздником. Желаю, чтобы вы не болели, были воспитанными, хорошими. Желаю вам, чтобы вы были здоровыми, умными, веселыми. Чтоб учились хорошо, не болели. Дорогие детишки, поздравляю вас с Днем защиты детей. И я вам желаю добра, любви. Солнце, счастье. Уважаемые дети, поздравляю вас с праздником. Желаю побольше вам конфеты, чтобы вы не болели, играли весело. Я поздравляю вас, дети, с Днем защиты детей. Желаю вам хорошего дня.
чтобы все дети были здоровые, красивыми, умными, хорошими, не болели. Сегодня в это праздничное утро у нас в гостях ребята, которые занимаются танцами, а именно брейк-дансом. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Ребята, расскажите, почему брейк-данс? Я так понимаю, что все вы из одной команды. Да, мы из одной команды. Из всех видов танцев нам больше выделился брейк-данс. Он нам как больше понравился. Ну, расскажите, сколько вы занимаетесь, сколько человек в вашей команде? Вообще, сложно ли заниматься брейк-дансом? В нашей команде 5 человек. Мы как команда, сплоченная команда, нам не так трудно тренироваться. Если кому-то что-то не получается, мы друг другу помогаем. У нас очень сплоченная команда. А расскажите вот про движения, которые присутствуют в брейк-дансе. Они меняются или же каждый год одно и то же? Вообще, когда начинающие приходят в брейк-данс, маленькие дети учиться, им дают определенную базу движений, стандартные движения. Дальше со временем, уже когда больше старше, приходят свои движения, какое-то свое движение. Ты придумываешь, как-то ногу по-другому поставить. И это получается оригинальность. А расскажите, с какого возраста можно заниматься брейк-дансом? Вот самому младшему вашему танцору сколько лет? Вообще танцевать можно с любого возраста, но в студиях дается определенный возраст. С 8, есть 6 лет. В каждой студии по-разному. Ернур нашему 11 лет. Он с нами тренируется, и мы его никак не отделяем. Совсем по-другому. Он так же, как и мы, с нами тренируется. Брейкданс, как мы знаем, включает в себя множество стилей, да, и чтобы заниматься этим видом танца, необходима какая-то физическая выносливость, гибкость, ловкость. Как вам это удается вот в ваши-то годы? Наша команда очень уникальна. У нас у каждого танцора свое что-то интересное. Ребята, например, втроем, они больше крутятся, у них движение пауэр-мув. Я с Муратом, у нас Мурат больше универсальный, он и крутится, и танцует. Я больше люблю танцевать, но и тоже учу движение Power Move. Хорошо, давайте теперь поговорим о мечтах. Наверняка у вас, у каждого из вас она есть. Поделитесь с нами. У нас есть определенная мечта в команде. Это как достичь успеха в брейкдансе, достичь какого-то мирового уровня, чтобы наша команда стала более известной. И мы вышли на более мировой уровень. А вот как ты сам считаешь, что для этого нужно сделать, чтобы достичь этого успеха? Главное самое – это тренироваться и не бояться выходить на соревнования, знать то, что мы можем что-то большее, как ставить оценку выше, и тренироваться, достигать каких-то успехов, получать много опыта от разных танцоров. И так команда будет больше развиваться и будут большие успехи. Многих, наверняка, дорогих телезрителей интересует, давно ли вы танцуете? Наша команда, каждый где-то тренируется около 5-4 лет, где-то так, возле такого возраста. Участвовала ли ваша группа когда-нибудь в конкурсах, соревнованиях, либо в батлах? Мы участвовали во многих соревнованиях. Мы участвовали в городах по Казахстану, участвовали в городах по России. И самое значимое, как для нас, это был региональный конкурс в Казахстане, это Caspian Battle, где мы заняли первое место. Это был для нас самый значимый конкурс. А какие ощущения вы, скажем так, испытывали, когда заняли первое эйфория, место? Эйфория, это как ты не знаешь, что будет дальше, как у тебя может что-то по-другому случиться. А в конце это уже как чувство эйфории, победы, ты знаешь, что мы достигли каких-то успехов. И это очень приятно. Подскажите, пожалуйста, многие ли танцуют у нас брейк-данс? Да, у нас много танцоров в городе Уральска, и каждый по-другому отличается друг от друга. И у нас хорошо развит брейк-данс в городе. Угу. А вы говорили, что ваша команда, она оригинальна определенными движениями. А какие у вас движения? Может быть, вы все-таки покажете нашим дорогим телезрителям? Да, конечно, покажу. Thank you.
Да, замечательно станцевали. Мы считаем, что вы одни из лучших в городе Уральск. И по традиции ваши пожелания нашим дорогим телезрителям. Ну а также у вас есть замечательная возможность поздравить всех детей с Днем защиты детей. Мы от лица всей команды поздравляем всех детей города Уральска с Днем защиты детей. Чтобы все было хорошо, все дети были здоровыми и никогда не болели. Чтобы у них все в жизни было хорошо. Ну что, спасибо огромное, что пришли к нам в гости, порадовали нас своим исполнением, таким креативным, своими танцами. Мы вас также поздравляем с Днем защиты детей, желаем всего самого наилучшего, дальнейших вам побед, и мы также желаем вам выйти на мировой уровень. Приходите к нам еще в гости. Спасибо. Ну что ж, дорогие телезрители, наша передача подошла к концу. Мы с вами прощаемся, но совсем ненадолго. Не переключайтесь, дорогие друзья, эфир продолжат наши коллеги. С праздником и до скорых встреч. Овнам следует быть более осторожными, не делать все в спешке. Чрезмерно высокий энтузиазм и уверенность в себе может привести к повышенной доверчивости и ошибкам. Это день, когда вы получите дополнительные силы и энергию. Тельцы любят работать в одиночку, однако сегодня ваш переизбыток самоуверенности может быть разрушительным. Большие объемы работы обязательно приведут к ошибкам и наказанию. Если у вас есть возможность, попросите помощи своих друзей. Слоной в Овне близнецы всегда смогут заручиться поддержкой своих многочисленных друзей. Сегодня следует прислушиваться к ним и отказаться от слишком авантюрных идей. Близнецы почувствуют приток силы и энергии, которой хватит на любые планы. Ракам следует больше прислушиваться к семье и близким людям. Сегодня вы можете быть чересчур уверены в себе и не обращать внимания на важные критические замечания. Помните, близкие люди всегда заботятся о вашем успехе. Слоной в Овне львы станут еще более бескорыстными и снисходительными к окружающим. Тем не менее, старайтесь критически относиться ко всем словам окружающих и не стоит все воспринимать на веру. С Луной в Овне девы могут стать чересчур самоуверенными в себе, хотя это чувство обычно не свойственно вашему знаку. Все это может привести к ошибкам на работе. Болтливость окружающих может сильно утомлять в этот день. Гороскоп обещает непростой день. Есть вероятность споров и необоснованной агрессии от руководства. Постарайтесь не пересекаться с начальством. Также весам обещает гороскоп удачу в любовных начинаниях. Скорпионам же необходимо постараться не реагировать агрессивно на советы окружающих людей. Старайтесь спокойно объяснять, что сможете справиться со своими задачами самостоятельно. Стрельцам же в сфере личных отношений гороскоп также обещает успех. Просто установите свой взгляд на цель и идите к ней. Козероги могут начать видеть друзей там, где их нет, поэтому постарайтесь быть более осторожными в общении с незнакомыми людьми. Сегодня вы и сами почувствуете, как ваш мозг витает в облаках и не способен сосредотачиваться на деле, как прежде. Ваш напористый характер может стать источником проблем, и поэтому необходимо водолеям не сильно навязывать свои мысли и точку зрения окружающим. Используйте смелость Овна, чтобы стать более самостоятельным и напористым в решении проблем. Рыбам не следует бояться обращаться за помощью, когда это необходимо. Вы почувствуете дополнительные силы и энергию, а желание работы будет просто кипеть. Это благоприятный день, чтобы претворить в жизнь свои заветные мечты. В целом, сегодня ваша голова будет полна новыми идеями и желанием двигаться вперед.